Ценхрус длинноколючковый – однолетний злак, злостный сорняк, который относится к списку карантинных организмов, ограниченно присутствующих на территории России. Родина сорняка – Северная Америка, где он растет от севера Мексики до границы с Канадой. В настоящее время сорняк присутствует в ряде европейских стран – Бельгии, Испании, Италии, Греции, Молдове, Украине, а также занесен в Австралию. Первоначально ценхрус проник на территорию Украины. И сейчас, по официальным данным, на территории Херсонской области зараженная территория составляет более 25 тысяч гектаров. Как раз вот он там встречается не только на пастбищах, но и в составе пропашных культур. В России ценхрус длинноколючковый впервые был зарегистрирован вдоль железнодорожного полотна в Краснодарском крае. В настоящее время встречается на Кубани, Волгоградской области, в Ставропольском крае и в Республике Крым. В основном это точечные очаги. Ценхрус длинноколючковый снижает урожайность сельскохозяйственных культур. В период вегетации сорняк выносит из почвы значительно больше минеральных элементов, чем кукуруза. Особенно ценхрус опасен на пропашных культурах, в садах, на виноградниках, пастбищах. Здесь плотность засоренности сорняком достигает до 300 растений на квадратный метр, что приводит к снижению урожайности на 30-60%. То, что вы видите, это несколько колючих соплодий. Каждое единичное соплодие содержит от 2 до 4 колосков, как у любого злака. В каждом колоске одна зерновка. Зерновки прорастают не все сразу, а постепенно. То есть вот одно такое небольшое вот соплодие может нам дать новые растения в течение до 10 лет. Ценхрус может нанести большой урон животноводству в случае попадания его на песчаные пастбища южных регионов России. Если этот сорняк попадает с кормом в полость рта животных, образуются опухоли, язвы. Если он попадает на шерсть животных, совершенно не вычесывается, не извлекается. Ценхрус длинноколючковый сложно отличить от других дикорастущих злаков в вегетативном состоянии. Есть единственный только способ, как удостовериться, что все-таки это ценхрус именно в таком состоянии. Это необходимо вытащить растение из земли очень аккуратно и посмотреть, что у него осталось на корневой части. Обычно на корнях остается остаток соплодия прошлого года, из которого формируется новое растение. Специалистами Всероссийского центра карантина растений разработаны методические рекомендации для диагностики сорняка по морфологическим признакам колючих соплодий. Зрелые соплодия появляются на растении в конце июня. Эффективными методами борьбы с ценхрусом являются агротехнические и агрохимические мероприятия, ручная прополка с последующим уничтожением растений и обработка гербицидами сплошного действия на основе глифосфата. Если мы проводим ручную прополку или скашивание надземной части, то эти мероприятия должны проводиться до того, как растение перейдет в стадию колошения. То есть, как только ценхрус начинает, например, формируются уже какие-то молодые соплодия, они сначала имеют слабые колючки, очень нежные, но очень быстро становятся жесткими, и таким образом, если мы начинаем пропалывать, то эти соплодия легко распространяются, отрываются от материнского растения и легко распространяются на окружающие земли. Необходима и тщательная проверка под карантинной продукции, а это соевый шрот, шкуры, семенной материал, строительный материал, песок, щебень. Ценхрус малоцветковый распространяется в основном по откосам автомобильных и железнодорожных дорог. Мы находимся на погрузочно-разгрузочной площадке, где возможно появление этого сорняка. В Ростовской области ценхрус малоцветковый не выявлен, но у нас есть соседние регионы, это Краснодарский, Ставропольский край, Волгоградская область, где зарегистрированы очаги этого сорняка. При выявлении ценхруса длинноколючкового на значительной площади в посевах культур проводится глубокая вспашка сразу после уборки урожая, чтобы не допустить плодоношения сорняка, а в севообороте используют озимую пшеницу, которая угнетает рост сорняка, и обязательную обработку гербицидами.